Приветствую всех любителей морской соли и не только. Это War Tales, и мы продолжаем. Находимся мы в лагере. Почему? Потому что в прошлой серии закончили чистить гробницу. Я за кадром расшифровал три кодекса, кодекс адмирала. И из них мы получили три подсказки. Я думаю, что их надо применить на корабле, который мы находили. Корабль-призрак, корабль с мертвецами. Там был сундук с таким замком. Скорее всего, так оно и есть. Давайте быстренько прочтем описание трех кодексов и, наверное, помчимся к тому кораблю. Мое присутствие привело меня на ледяное гористое побережье Эйнофры. Чтобы скоротать время, я любовался баллистой на верхней палубе моего корабля, а после решил спросить у Юнги, что он о ней знает. Парень даже не смог назвать имя того, кто ее изобрел. Этот разговор лишил меня последней надежды расслабиться. И тогда я с раздражением принялся пристально изучать доходягу. Он таращился на меня, пока я объяснял, что только благодаря Энлилю, принцу морей, адмиралу и гениальному изобретателю, наши берега стали свободны, и ни Зифрид, ни его чудовище нам больше не помеха. Настоящая ирония заключалась в том, что дурачок признался, что родился и вырос в Эйнофре, там, где расположен кинотав Энлиля. Неужто от пристани до озера так далеко? Как же быстро стало понятно, насколько безнадежен и ленив этот юноша. Да. Что ж. Давайте, наверное, тогда... Если у нас, конечно, не появился маркер нигде. Но здесь он не появился. Но я все-таки... Ну, практически уверен, что нам вот сюда. Этот остров мы полностью осмотрели. Давайте, наверное, еще чекнем карты, которые у нас есть, карты сокровищ. Точно не тут. Тут вообще какая-то утка. Это на утку не очень похоже. И это... Что-то похожее на букву Т. Ну, ничего я тут пока не наблюдаю. Ладно, надо отправляться за призрачным кораблем. Так, а тут у нас что? Мы вот тут причалили, да? Тут мы были на сушу. Я бы, честно говоря, еще корабль бы подкачал. Потому что у нас нужно, нам нужно сделать таран. Я не помню, что для него нужно. Где он вообще показан? А, вот, вот тут, да? Растяжки. Усталость от гребли снижается на 20. Снижается скорость, с которой набирается усталость отряда. Почему бы и да? Это именно за... чертеж растяжки. Секунду. Я думал, это все одинаковое нам падает. Нет. У нас же есть тут книжки. Или были, по крайней мере. Вот. Чертеж строителя. А это дает нам именно растяжки. Это хорошо. Это очень хорошо. Как хорошо, что я сюда зашел. Так, вот наш таран. Если мы его скрафтим, мы что-то откроем еще. Для этого нам нужна металлическая пластина. Все остальное у нас есть. А металлическую пластину мы можем сделать... А тут есть у них кузница? Я не помню. Тут еще пираты, с которыми я бы, честно говоря, встречаться не хотел в данный момент. Ваша репутация равна репутации других капитанов. Хан и Мириам. Ага, мы уже поднялись? Серьезно? Да, мы даже побольше. Их будет два человека. И это немножко меня не то что пугает, немножко напрягает. Потому что надо будет две дуэли проводить. Заодно и посмотрим. В комментариях там мы обсуждали с вами, что... Возможно, это из-за апдейта. Сделали вот... поменяли мини-игру эту, да? Подсказки ввели... Что будет говорить капитан? Надо будет посмотреть, как это работает. Так, ну, конечно, кузницы тут нет, к сожалению. Тут есть эмиссар. Заберем награду.
Посмотрим, что может предложить рассадник крыс, логово бандитов. Потом вот тут вот требуется помощь эмиссара на Бабустисе. Давайте возьмем, там мы будем рано или поздно. Ага, это где-то здесь. И заказы на убийство. Я думаю, заказы на убийство брать пока не будем. Мы все равно встречаем по пути пиратов, там бандитов. И так или иначе с ними контактируем. Да, кстати, мозги еще надо выложить. Они прилично весят. Спасибо, что написали мне в комментариях про мозги. Наверное, все. Нам еще масло надо делать для оружия. На призрачную стаю надо охотиться. По поводу масла. Блин, у меня смазки нет, да? Я же хотел Тоусон поставить заостряющее и ядовитое. Могу я сделать? Я тут подумал по поводу кровотока. Кровоток, он же не стакается, да? Он вешается один раз и все. А яд стакается, поэтому выгоднее все-таки яд сюда вешать на ее кучу ударов. Больше стаков будет дамажить больнее, чем кровоток. Так, все мастера, да? Я могу сделать. Заостряющее масло. И для ядовитого нам что нужно? Экстракт. Для этого нам нужна склянка. То есть мы делаем так, Тоусон. Да, оно похуже по статам в данный момент. Минус 25 ловкости. Но дает умопомешательство. Короче, берем. 43 урона два раза. Блин, может пока не брать, пока не прокачаем. Давайте сделаем так. Так. Вот так. Вот так. И вот так пока что. Да брось ты. Блин, как я не люблю этот инвентарь. Сколько раз я попадал. Хочу закрыть и... И видите, что-то беру. Это просто... Ладно. Спокойно уходим отсюда. Тут дахи, в принципе. Ничего тут мы не сделаем. Тут у нас причал, я так понимаю, тут верфи нет, да? Где можно было бы... Да, я могу только тут вернуть корабль. Но зачем мне его возвращать, когда нам надо туда плыть? Нет, погнали. Тут нужна именно верфь. Или достаточно его сюда пригнать, я не знаю, в док. Надо посмотреть, как это работает, пока не совсем понимаю. Пираты на юг. Так, эти нас ищут, говнюки, но нам вот сюда надо. Блин, там скалы, надо их обойти. Так, у торговцев еще есть. Привет, ребята. Не, у них ничего интересного. Ладно, пока, ребята. Давайте весла достаем. А в чем причина? Я не
не понял, что паруса спустили. А, это я случайно нажал, что ли? Наверное, я случайно на правую кнопку нажал и спустил паруса. Так, это что такое? Следов борьбы нет, вероятно, пассажиры похищены сиренами. Так, вроде мы сюда натыкались. Ладно, погнали. А, мы еще по ветру идем, хорошо. Можно весла не доставать, чтобы команда не уставала. Так, он корабль. Надо лагерь открыть, посмотреть кодекс. Синие часы, это молния желтая. Угу. Вот так. Нет. Я ж правильно ввел, я уж сомневаюсь. Ну да. Значит, не от этого. Значит, это обычный склеп, который надо найти. Надо габан подлечить. Ну, любопытно. То есть на карте где-то появился склеп, да? Я пока не вижу где. Но где-то в этом районе должен быть. Тогда, знаете, сейчас плывем сюда. Во-первых, вроде на этом острове. Лагерь наемников, где, как я понимаю, можно прогрейдить пушку, если я правильно все понял. Вот это, да? Полигон братства. А, погодите, полигон братства. А мне в комментариях писали, что какой-то лагерь наемников. Мне полигон братства нужен. Ладно, в любом случае плывем сюда. У нас тут квест. Так или иначе, нам в ту сторону. Так как же тогда открыть этот сундук? Наверное, нужно что-то найти еще. Так, швартуемся. Ага, я могу все-таки, да? Понял. Так, ремонтировать пока не будем. Блин, у меня пластины не хватает, твою мать. Ладно, ремонтируемся. У меня пластины нет, я же ее не сделал. Ладно, может тут есть... город какой-нибудь, поселение с кузницей.
Так, тут пираты трутся. Но мы пока на них внимания не обращаем. А они на нас обратили, смотрите, как далеко загрелись скоты. Так, это остров Уточка, я уже вижу. Да, это остров Уточка, тут надо клад найти. Ладно, давайте пиратам наваляем, раз они хотят. Почему бы и нет? Десятый уровень, залутаем шмот. 22 рыла. 6. Да. 11. 17 и еще где-то. И вот еще группа, да? Так, хоть два урода ходят. Далеко. Блин, я с факелами, ребята, стоят. Я забыл им отдать их оружие. Забыл. Так, сюда давай кавагера. Тут у нас медведь будет, видно. Елка. Валды мы отсюда убираем. Оставляем здесь Марта Барта. Валдовым, я думаю, сюда. Тоусон пусть здесь будет, потестим ее. Сюда неплохо бы Виогнан. Один здесь Син, да? Другого поставим сюда. Умка. Аделька, Габбан, Одерт. Вап. Здесь еще товарищ. Ладно. Я думаю, понеслась, танцуем. Кого первого отправил? Тебя, наверное, ты их... Блин, он троих, наверное, не заденет, да? Да, он троих не заденет. Никак. Ну-ка. Ладно, давай убей хотя бы этого. Или вот так давай. Хорошо, что не добил. Сейчас мы его добиваем яростью. Подходим к этому товарищу и пробиваем ему ослабляющим. Убиваем его ослабляющим, я немножко перепутал. А, погоди, я могу еще это кинуть. Правда, ловкости у меня нет совсем. А, тут же не на ловкость. Ловкость это топор кидать надо, а это на силу. До свидания. Хорош. Нормально раскидали. Так, на Виогнан, да? А, он на двоих. Молодец, молодец. Так, Тоусон, иди-ка. Наверное, не будем это юзать, ты и так убьешь. Конечно, имбовый. Имбовый класс. Очень имбовый. Шатает вообще все, что движется. Так, надо кого-нибудь еще ватненького, наверное, или нет, или наоборот, толстого на себя забрать. Если кританет, убьет. Не кританул, ладно. Не страшно. Вот этот товарищ ходит, да? Нам бы их пробить троих. Ладно, троих не получится, двоих точно пробью.
Ну, тут неудивительно, что мы их так душим. 10 уровень, как-никак, да? Они никакой угрозы не представляют. Так, волк-одиночку не залутали, да? Перезалутали, хорош. Иди, наверное, убей. Лучниц. Или лучников, кто тут, не пойми. Не поймешь, кто они там, мужчины, женщины. А, это у него, да, сброс этого кинжала, да. Посмотрите, мы метнули кинжал, движение сбросилось. И опять могу ходить столько, сколько он может ходить за этот ход. Ну, неплохая тема, на самом деле. Неплохая. Не зря вы мне ее рекомендовали. И опять сброс. Ага, то есть, блин, это неплохо, действительно, это очень неплохо. Я думал, только один раз работает. Нет, это после каждого броска. Так, тут у нас Идна. Давай-ка вот этих двоих положи, потом через этого пробежишь. И задень еще вот этого товарища, да? Сможешь? Я думаю, сможешь, если подойти вот так. И сделать вот так. Нет, мы их не отпускаем. Нам нужен лут с них. Деньги нужны. Михаил, иди поздоровайся. Так, ты, да? Аделька, но у нее первое попадание. Иди, наверное, первым попаданием добей этого товарища. Хендов, Хендов, Хендов. И Ганбольд. Давай-ка Ганбольд устроит тут грязь. Уже не устроит, да? Не, ну устроит, конечно, почему бы нет. Отдохни. Их двое осталось, да, всего? Этот говнюк. Блин, не дойду, да? Я могу вместо него в бой ввязаться, и тогда дойду. А, у нас Габан может... Не, Габан косоглазая, она... Она скорее пристрелит Умку, чем врага. Так что лучше вот так. А тут у нас Одарт. Почему бы нет? Он сейчас юзанет замену. Вмешательство, точнее, да? Почему-то не юзается странно. Хотя должно. Надо, наверное, было поближе подойти, что ли? Или что? Ладно, печально. Так, ты. А ты не дойдешь. Ладно, скипаем ходы тогда.
А чё, у меня медведь куда-то отлетел? Чё произошло? У него отталкивание, что ли, было или что? Чё происходит? Ладно, неважно. Убили и убили. Чинимся. Что у нас тут? Топоры на продажу, лук пирата. Одежда скитальца. 3 звезды, кстати. Жаль, что не грейдится, было бы интересно. Берем все. Так, уточка. Я почти про нее забыл. Вот она. Вот здесь. Уточка, глаз. Где-то у крыла получается, да? Вот ее глаз. Надо полностью открыть, тогда будет понятно. А, наверное, наверху. Это же не копать надо, это идет как какое-то место. Вот оно. Ачивку дали. Найдите сокровище лорда Морей. Так что ли? Задрай мне люка в чертеж. Ага, то есть эти чертежи. Я думал, откуда я взял тот чертеж, который открыл, да? Это из сокровищ по картам. Корабль поворачивает быстрее. Скорость поворота корабля повышается на 30. Отлично, вообще великолепно. Задраивание люков. А где оно у нас? Вот оно. Чудесно. Еще одна карта закрыта. И меня это радует. Да-да-да. Тут именно то, что полигон братства. Но. Я не нашел. Они вон, они на воде. Вон они где. Я думал, они на этом острове. Чудесно. Полигон братства. То, что мне нужно. Вам не жарко? Именем Еру. В этом доспехе можно и свариться. Так сними его, бро. Нет смысла учиться плавать. Тяжелый доспех просто утянет вас на дно. Старайтесь не упасть за борт, когда сражаетесь с пиратами. Так, привет. Ваша группа точно готова бросить вызов Балериону? Хорошенько подумайте. Пираты не дадут вам расслабиться. Я бы, конечно, еще вот книжки подкупил бы. А, ну мне еще им продать. Они же покупают барахло. У меня вроде еще один топор был. И шапка была. Так, во-первых. Во-первых, рент. А, у меня топоры кончились метательные. Молодец, я, конечно, молодец. Ладно, рент, бери ножи. Пока что. Ганбольд. Бери. Вот такой нож возьми. Ядовитый. Надо топорики накрафтить. Дальше. Нам нужно улучшить вот эту вот хрень. Требуется 10 уровень. Она у нас какого? 12, да? Сейчас все деньги спустим. Так, где? Вы видите? Я не вижу. Вижу. Вот он. Так, эту хреновину подкачать нельзя. Надо посмотреть, что у нас у ребят. У тебя 12 уровень, нормально. Тебе... Ну, блин, я думаю, смысла нет. Тебе можно подкачать... Валдовиму. Вот ей надо негодяя апнуть, точно.
Енут пока норм. У этой норм. Хенда вот топор Непти неплохо бы апнуть. Главное, чтобы денег хватило. Беги вот это надо апнуть точно. Марта Барт вроде норм. 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 Тоусон забрала. Освободитель, блин, надо апнуть, но не первостепенно. Нормально. Лени надо апнуть 100%. Виту норм. У елки норм. Ну вот так, наверное. Сейчас будем тратить денежки, ребятки. Во-первых, апаем лени. Потому что у нее совсем плохо все. Она у нас какого уровня? 12-й, да? Минус все деньги, ребятки. Минус все деньги. Потом апаем вот это. Апаем вот это. Вот так, разочек. И это. Разочек. Все, все деньги спустил. Надо теперь заказы брать. Денег нет вообще. Видно. Забирай. Хендов. Забирай. И то это я еще не все опнул, что хотел, да? Бега. Забирай. И Лена. А то у Лены совсем как-то все скудненько было. Погнали на корабль. Правда, мы никуда не дойдем, надо на отдых вставать. Еду, а кто у нас тут движение удваивается? Только вот эти два товарища стоят, да? Я бы кого-нибудь еще туда поставил, честно говоря. Например, Кавагера. И Виогнан. Так, мы им скармливаем вот это. А другого у нас ничего нет, да? Готовим. Вот так. Немножко деревьев. Скормим. И, наверное, будем догоняться чем-то обычным. Так, эти у нас качаются, это изучает, да, все нормально вроде. Да? Да. А тут кого? Ученый. Ученого у нас больше нет. Так, еще один день, и какая-то новая пушечка упадет. Погнали. Погнали, погнали. Нам вот туда. Как раз по ветру пойдем сейчас. У нас и корабль. Блин, нам бы вот сюда вот попасть. Тут что-то интересное. Только не тут, а там дальше кораблик какой-то.
Ну и тут давайте попробуем что-то изловить. Я не знаю, есть ли шанс тут поймать какую-то большую рыбину или интересный лут. Пока не получалось, по крайней мере. Или акула, древесина, зуб еще. Зубы вот, наверное, ценное что-то. Ага, секрет. Отлично. Не зря я сюда заплыл. Тут надо, правда, аккуратно, чтобы корабль нахер не поломать. Так, пошли помогать товарищам. По несчастью. Так, спустить паруса. Как-то я зарулил. Наемники, сюда. Мы должны защитить Адаранского поста от пиратов. Пиратов? Нет, нет, капитан. Мы всего лишь скромные торговцы, спасающие наше дело от новых налогов. Вы готовы убить посла, чтобы не платить налоги? И вы еще смеете заявлять, что не имеете ничего общего с пиратами? Наемники, в отличие от пиратов, мы очень щедро платим. Если мы быстро потопим этот корабль, никто даже не узнает, что вы помогли нам. Портрет Брутуса Цепкого. Лебедка канонира. Нет, мы, конечно, поможем вот этим товарищам. Торговцы не торговцы, налоги не налоги, но не очень хорошая затея. Так, вот враги. А погоди, а где третий-то корабль? Угу. Так, ты у нас иди сюда. Оборона. Этих товарищей вперед. Пускай страдают. А кто у нас под бафом? Вьогна надо вперед поставить. Валдвима как-то надо сюда пропихнуть. А что у нас такое? Оппортунизм, это от этих, да? От этих товарищей, что ли? Ва, Подарт. Ладно, Ва, Подарт прыгнут на канаты. Кавагер, Рента поближе, бегай сюда. Марте Барте здесь. Так, а где у нас Валдвин? Я бы его сейчас отправил. Валдвин тут, а Вьогнан? Вьогнан тут. Да. Ходит у нас вот этот товарищ, а за ним вот этот вот, да, первый. Тогда пусть Валдвин идет. Расшатает эту калитку, скажем так. Я не думаю, что он расшатает. Тут очень жирные ребятки. Да, брони у них прилично. Они еще, смотрите, хпшка-то режется. Сейчас одного добьем яростью. А до второго я не достаю, да? Я бы хотел вот это вот боем завязать, чтобы он глупостей каких-то не натворил. А я его достану сейчас вот так.
И теперь мы отправляем Виогрон туда. Юзаем ей сорви голову. Душим вас вот этим делом. Эх, жаль, что не помер. Ну ладно, помрет. А вот тут я, конечно, не очень удачно встал. Особо никого не подтяну. Вот этих двоих только. Но я и без притяжки их, наверное, достану, да? Да. Отлично, умер. Будет еще удар. Мы и так убиваем, так что. Тут. Ничего особенного. Так, у нас бега. А кто ходит потом? Наш товарищ. Потом ходит вот этот господин полумертвый и вот этот господин живучий, да? И они ходят вместе. Бега, ты бегать умеешь? Нет, не умеешь, да? Печаль. Кавагер умеет. Да сколько силы, дружок? Силы немного, но брони достаточно, да? Ой, хорош. Хорош. Отлично. Гениальный ход. Просто гениальный ход. Ладно. Так, а вот, блин, я не посмотрел, куда я Толсон поставил. Я хотел ее в бой пустить. Она здесь, да? Далековато, твою мать. Лена может прострелом убить двоих. Давай, Лена, ты. Мы, тем более, подкачали лук. Так прилично. Почему бы и да, как говорится. Вабом бахнуть всех. И на канат. Я не могу, ребята, вы, конечно, молодцы. Вы молодцы. Так, тут у нас лучник сражается. Все-таки я Толсон хочу заюзать так нормально. Посмотреть, что она может. Иди, наверное, лучника души. Хотя, наверное, надо было вот этого со звездочкой. Толсон, короче, может, ребята. Она может. Так, я его, хотел сказать, могу толкнуть, но я его не могу толкнуть. Я могу кого-нибудь боем завязать. Кто у нас там ходит? Ты? Ты. Давай тебя. Он еще и загорелся, блин, сейчас меня поджарит, ну ладно. Далеко он пробежал, прям очень далеко. Хендов, Хендов, Хендов. Умка есть. Умка, иди. Иди, наверное, этого товарища добей. Он и сам умрет, но он
Удар успеет нанести, прежде чем умрет. А ты уже тут. Давай. Ах, блин, он же уже ранен, хотел сказать, первым выстрелом он ранен. Ну, он и так умер, ладно. Гениальный ход. Так, ладно, пойдем сюда. Ага, их двое, да? Я не знаю, смогу ли я убить его или нет. Я бы сделал вот так. Потом я бы сделал вот так. Ой, все, это смерть. Это не очень хорошо, потому что я двигаться больше. Что... А, у него же сбрасывается, это же Рент. Ё-моё. Это я удачно зашел. Это же Рент. Это же Рент, мать его. Он таким макаром может по всей карте бегать. Жаль, что не убил. Я планировал, что убью его, честно говоря. Ладно, прыгай. Вот так, наверное. Там надо добить товарища одного. Привет. Тут еще внизу кучка. Я про нее совсем забыл. Наверное, давай воодушевление. И... Так, он не в бою. Тут никто не в бою. Печаль. И вот сюда. Вот с этим будем драться. Так, минус один, хорош. Не-не, мы их убьем. Мне это надо. Так что мы их убьем. Куда ты еще можешь? Сюда? Давай сюда. Блин, там товарищ был, я его не увидел. Ладно. Надо вот этих вот принять, господ. Один ушел.
Он сейчас стрелять будет, гад. Не знаю, в кого он попал там. В кого-то, наверное, попал. Так, Ганбальд. У нас тут Ганбальд нарисовался. Хорош. Так, блин, двоих тут не получится. Он как раз отлетел не туда, куда нужно. Говнюк. И тем не менее. Так, конь, иди-ка забафай наших дам. Тоже и прыгать не на кого, ну ладно. Это не важно. Сколько их еще? Двое? Один, два. Отдыхай. Забираем барахло. На продажу идет. Хвала Оку. Если бы не вы, контрабандисты потопили бы наш корабль. Легион — грозная армия на суше, но в море мы еще не набрались опыта. Вы поддержали нас своими навыками и опытом, так что я хочу передать вам подарок. Лебедка канонира. Давайте посмотрим на эту лебедочку. Только надо вот ее найти, как обычно. Вот она. Позволит натянуть тетиву баллисты лишь пары движений. Зарядить, активировать баллисту в течение одного хода. Понятно. Неплохая вещь, на самом деле. Так, я бы еще вот это вот местечко бы открыл. Потому что там может быть что-то интересное. Маловероятно, конечно, но может быть. На юго-востоке пираты. Нет, тут ничего нет. Нам надо вот этих дам побороть будет. Наверное, сейчас мы этим и займемся. Так, у нас в путях что-то опять. Производство. Нам нужно будет заглянуть еще вот сюда, сделать таран, потому что здесь нужен таран по квесту. Только там таран какой-то топовый нужен.
Сейчас будем с пиратками душиться. Я надеюсь, у них там не два корабля, а один. Это будет не очень удобно. Так, пираты. Ага, это они. Нам нужно пальнуть. Как там палить-то? Наш. Суки такие, а? Не успел. Слишком близко подошел что-то. У нас там бега вроде апнулась, я не заметил. Так, у нас тут две капитанши, да? Анна. И... А вторая где? Только не говорите, что тут два корабля. Не, вроде не два, а вторая это где? И Мириам, вот она. Расставляем ребят, чтобы был баф. Баф есть у Умки. И все, да? Ваба в центр. Этих господ сюда. Вёгнал сюда. Калагер здесь. Рен, Тоусон, Бега. Одерт не обязательно. Хендов. Одерта сюда, наверное, куда-нибудь. Идна тут. Енут. Девушки наши сюда. Коня назад. Ленусик. Ёлка. Привет, медведь. Он и так с бафом, да? Ладно, давай, вап. Дуди в свою дудочку, в свой горн. И иди навстречу приключениям. Желательно как можно больше народу оттолкнуть. Да, мизерный дамаг, но тем не менее, вот так давай. Тоже на канаты пошли сразу. Капитанша ходит. Она заряжать пошла, да? Да. Так, ну а мы берем Виогнан, я думаю. Кто тут у них? Лучник. И запускаем ее просто вот сюда. И пытаемся... грязь устроить. Можно было, конечно, получше, можно было дальше потом этих оставить недобитками. Дальше пройти, ну, я думаю, и так норм. Так, ее никто не оттолкнет. Сейчас китаец, наверное, пальнет в нее, да. Неприятно, неприятно, но терпимо. Угу, вот этот господин ходит, но мы берем вот этого господина. Тут отлично лучник подошел. Чтобы ему по мордасам надавать. И пробиваем. Я думаю, сделаем так. 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 Вот тут троих я поймаю, интересно. Вроде должен. Да. Чудненько. Прорядили. Привет. Зря. Ой, зря. Мы их всех подожгли, нормально.
Давай, наверное, на вот этого товарища кинемся, который тут собирается устроить какой-то дебош. И его подожгли. Так. Так, так, кого у нас тут еще можно туда зашвырнуть? Кендова можно туда отправить. Он, правда, далеко не пройдет. Хотя не, он нормально пройдет вот сюда. Как раз этим троим вломить. А где капитанка? Капитанка, капитанка, капитанша. Мириэм, а вторая где? А вон она, Ханна. Так. Давай, наверное, тебя. Потому что не стоило. Наверное, не стоило, да. Обезоруживание. Ни хрена себе, нормально. Неожиданно немножко даже. Так, иди-ка вломи Ханне. У нее, наверное, силы много. Я что-то не посмотрел. Да не очень. У нас-то побольше будет. Броню и снимем. Не, не снимем. Идна еще есть. Идна может неплохо тут вот этим двоим напихать. А кто там ходит? Вот этот товарищ, да? Ладно, давай вот на этих двоих. Потом пробежимся куда-нибудь еще, я думаю. Ой, хорош. Как бы пробежать так, чтобы двоих зацепить. А, погоди, я этого могу убить, а потом я как пробегу по красоте, чтобы было. Никак. Я хотел вот этого еще зацапать, но не получается. Ладно, делаем так. Умри. Я, наверное, вот этого добью тогда. Все эти очки потратил, правда, ну ладно. Пока терпимо. Так, вот этот товарищ ходит, да? Медведь, конечно, до него не дойдет, слишком далеко. Вид он опасный на такое предприятие отправить. Хотя она может пристрелить этого, потом пальнуть в этого. Она будет тут под ударом. Воодушевление. Ну-ка, если вот так вот. Критуй. Не критануло, печально, могла убить. Ну ладно. Пойдет. Отойди немножко назад, чтобы тебя не столкнули только. И своего, и капитана. Правильно, чё капитана жалеть? Бей своих, чтоб чужие боялись. Понимаю, понимаю. Угу. Вот это может пальнуть. А у меня тут некого отправить. Да. Что ж ты не добил, это дорогая моя. Опасно встал, он сейчас может стрельнуть. Не, он на канаты прыгнул. Так, вот этот господин желает умереть, я думаю, да?
Немножко анимация кривая у ярости на этом классе. Ой-ой-ой. Вынесла фулового, да? Он же фуловый был. Вроде фуловый. Так, капитанша. Пытается тут какие-то свои порядки навести. Блин, хреновое положение. Никому не подойти толком. Давайте сделаем так лучше. У нас мало очков. Сделаем вот так. Потом сделаем вот так. И вот так вот. Точнее нет, вот так. Вот как-нибудь, блин, хотелось бы и того, чтобы добить. Ну ладно, давай прыгать сюда. А ты, наверное... Наверное, иди сюда. А он умрел сейчас, да? Да, он же не до конца отлетел. Хорош. Хорош. Великолепный прыжок. Так, привет, медведь. Иди сюда. Интересно, медведь может в дуэли участвовать с капитаном? Наверное, нет. Ай. Неприятно. Тоже неприятно. Давай раздадим всем защиту нашим. Раз мы уже здесь. Так, Мартебарт. Ганбальд. Ганбальд, ты, наверное, никуда не дойдешь, да? Только в капитана максимум бросить сможешь. Нет, давай лучше на канат. Прыгай. Вот этих вот одного за борт. Наши не пострадают. Умка. Иди сюда. Рент тоже так же, по той же схеме, давай. Прыгай. Капитана нам не столкнуть. Давай тогда вот, вот так, что ли, просто продамажить. Может, кританешь. Так, а кто у нас ходит? Вот этот господин, блин, он за борт не улетит, он ходит сейчас. Не знаю, давай вот сюда. Или он улетит? А, он улетит. Чудесно. Он за бортом. Так, вот этого, конечно, пнуть я не смогу, да?
Да, в тап-то мне не могу сделать, ладно. Так, у него упрямство, будет дуэль. Надо вот эту тогда покоцать. Отойдем. Ты просто иди, может, подуэлишься с капитаншей. Что такое шквал? Ой, это плохо. У нас там никого нет. Блин, вот этого может выкинуть. А это плохо. Или у него больше 2 метров тут? Мы же в шторм воюем, я что-то не посмотрел. Не обратил даже внимания вообще. Этот упал. Нормально, мы немножко сдвинулись, но все норм. Отлично. Так, давай ты. Дуэль. Не лезь в наши дела. А вот тут почему-то не показывается, что это, наверное, обучалка была. Только теперь у них 3, у меня все равно 4. Не знаю почему. Преимущество в дуэли, да? Ставим защиту, она, наверное, будет бить, да. Так, сейчас, наверное, насмешку он защиту поставит, точнее, она. Да, хорош. У нас преимущество. Пробиваем. Она молча будет, у нее баф такой, да? Наверняка сейчас будет насмешка. Да. И у нее будет преимущество. Точнее, молчание, да? Сейчас будет атака? Нет, защита, защита. Вот это плохо, она меня сейчас ударит. Потому что у нее будет преимущество. Хотя нет. Она не удар заюзала, а насмешку. Юзаем защиту, она бьет. Насмешку она защиту ставит. Ну это понятно, да. Но в принципе пока читаемо. И бьем. Минус один, капитан. Ух, блин. Это жаль, что она встала, конечно. Но это была новая анимация, да? На дуэлях. Я раньше такой не видел. Может тогда и вторую по морде отлупить Кавагером сразу. Кавагер у нас такой, у него есть небольшой грех. Он любит бить женщин булавой по лицу. Поэтому кто мы такие, чтобы ему запретить это делать, да? Это наши острова. Юзаем пока парирование. Нормально. С меня хватит. Теперь насмешка. Отлично, у нас преимущество. Пробиваем. Защита. Насмешка. Насмешка на насмешку, она будет молчать. Она еще может юзануть защиту, а я атакую, да? Да. И она мне пробьет. Угу.
На. Все. Вы победили игрока Тартата, понятно, и поднялись. Скоро уже будет у нас Лодеранс. Побежденные дамы. И вот этот мужик с огромным молотом. Тоусон истязатель. Блин, истязатель — это же крит повышает, да, вроде? Если я не путаю. Переход. Абордажная сабля Каппера. Жаль, что это все не грейдится. Дали товарищество. Этот медальон можно разделить на две различных колонны. Затем соединить вновь в форме сердца. Этого бойца достаточно, чтобы союзнику была дана поддержка. Нагрудник рулевого. Забираем. Это Ханна на трупе кое-что есть. А тут только одна карта, да, я так понимаю? Блин, нас болтает просто ужасно. Вот это скорость. На трупе кое-что есть. Карта Ханны и Мириам. Угу. Так, остров, похожий на лодочку. Я такой остров встречал? Вроде нет. Погнали в Бубастис, да? Нам надо там тормознуть. А, нужно сделать этот, скажите, таран. И я думаю, будем на сегодня закругляться. Так, нет, не ты, я случайно. Видите, я ж могу... Мне не обязательно сюда было идти. Или нет? Или да? Ладно. Делаем... ремонт не делаем. Делаем таран. Что нам дает во время морского сражения 20% врагов на борту, нарушение баланса в начале первого раунда? Делаем первый таран наш. Стороны стали. Пока мы прогрейдить его не можем, да, как я понимаю. Но у нас должен был быть новый рецепт. Вот, вот этот нам нужен для квеста. Учим. Нам нужны две доски и металлические пластины. Так, нарушение баланса. Урон, получаемый кораблем при столкновении, снижен на 50. Нужно будет сразу делать ее, чтобы был доступ к миссии. Погоди, я могу его улучшить? А, могу его прогрейдить, да. То есть он апается. Он не заменяется, он апается. Но я тут тарана никакого, честно говоря, не вижу. Хоть он у нас установлен якобы, да? Но что-то я ничего не вижу. Ладно. Давайте, наверное, на этом заканчивать на сегодня. Подведем опять-таки небольшой итог, как обычно. Вышли отсюда... Разгадали шифр, думал я на корабле применить его. Нет, не получается, надо искать склеп. Потом сплавали сюда, прокачались в полигоне так нормально. Почти все деньги спустили, кстати, надо сейчас заказы будет брать. Помогли тут эдоранскому послу. Торговцы хотели его прижучить, чтобы он налоги не поднимал. И встретились с двумя капитаншами из списка этого морских лордов. Властелина морей, никак я не запомню, морские лорды, Властелина морей. Это Ханна и Мириам. Наваляли им обеим. И дальше у нас по списку
Ладеранс, мы уже на седьмом уровне, да? Скоро уже будет и первый недалеко. Короче, в десятке. Попали в десятку, хотя всего 11 мест. Ну, ничего страшного, ладно. И также побывали на этом острове, когда остров Уточка. Раскопали тут еще одно сокровище, и из сокровищ нам падают грейды. То есть их нужно копать, их нужно искать, потому что из них нам падают вот эти вот корабельные дела, которые учатся и дают неплохие бафы. Вот растяжку мы выкопали, задраивание люков, чтобы корабль быстрее поворачивался. Короче, клевая тема. Нужно будет искать эти сокровища. Ну и потихоньку движемся. Уже 16 мест из 35 открыли, почти половина. Квестов тоже почти половину выполнили и 40% сценария. Как-то так. На этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Пишите комментарии, советы, что думаете по поводу этого призрачного корабля. Находили ли вы, где взять шифр. Потом из книг вот этот шифр в склепе применяется или куда. Будет интересно почитать. Так что пишите, я все читаю. И крайне благодарен вам за активность. Также ставьте лайки. Это привлекает новых морских лордов. И продвигает видео. За это скажу вам большое спасибо. Подписывайтесь на контакт Рутуб, там я выкладываю все то же самое. Плюс Twitch, туда идут рестримы с Ютуба. Инфа по стримам выходит в сообществе на Ютубе, в группе ВКонтакте и в Дискорде. Залетайте в Дискорд, ссылка на Дискорд в описании. Там у нас довольно-таки весело. Можете пообщаться с другими зрителями, со мной. Задать какие-то вопросы, если таковые имеются. Или посоветовать игру на прохождение или стрим. Ссылка на Дискорд в описании. Залетайте, всех буду рад видеть. На этом все, всем еще раз спасибо. Но самое главное помните, двум капитанам не место на одном корабле. Всем спасибо, всем счастливо.